Ребят, всем привет! Такой же большой, как эта морковка. Нет, и не для себя не подумайте. Просто у свинок по расписанию завтрак. И они за ночь, я думаю, очень даже проголодались. Эй, хватит храпеть! Кузя, просыпайся! Кузя! Да проснись ты, говорю! Вот лентяйчики, я вам сейчас устрою бодренькое утро! Просыпайся давай! Скажи лучше, где Бузя? Дай поспать! Подъем! Ой, да не знаю я, где Бузя! Да в смысле? Ну вы же всегда вместе! Эй, такой сон классный был! Ну, чего тебе говорить? Почему это ты один в корзинке? Куда подружку подевал, а? Я не знаю, куда Бузя подевалась. Я все это время спал. И что, ничего подозрительного не слышал? Да нет, вроде. Кузя, это очень странно. Ты же знаешь, что Бузя без тебя обычно никуда не ходит. Что-то стряслось. Согласен, на Бузю это совсем не похоже. Раньше она завтрак никогда не пропускала. А тут еще и такая большая морковка. Может, ее это, похитили? Да кто? Ну, не знаю, может, там НЛО или конкуренты. Кузя, а может, Бузя сбежала от нас? Хотя, повода у нее особого не было. Вы с ней случайно не поссорились там накануне? Да нет. Ну а в чем же тогда причина? Тогда точно либо похитили... Кошмар! Либо Бузя решила нас пранкануть. Ну ничего, будем искать. Да где это видано, чтобы Бузя пропустила завтрак? А морковка вот лежит, до сих пор не тронута. Прыжочек... Так, с ней точно что-то случилось. Все, надо искать. Бузя! Бузя! Ты что, решила от меня спрятаться? Это очень плохая идея. Ты же знаешь, что я лучший сыщик в мире. Вот прям попой чувствую, что ты прячешься в этом ящике. Сейчас, сейчас я до тебя доберусь. Эй! А Бузьки нету. Бузя! Ну ты где? И тут ее нет. Я уже весь дом обрыскала. Нет, я уже реально начинаю волноваться. Бузя, если это пранк, и ты меня слышишь, то выходи. Давай, заканчивай. Где я еще не искала? В холодильнике. Может, Бузя тут запряталась, да и завтракает тебе. Ага, фигушки. Тут пусто. Может, она на столешнице. Нашла себе тут что-то, да и грызет. Ну, о том, что Бузя на улице, я даже боюсь думать. Ведь там Рыжулькин ходит. Так, надо подумать, какие у моих свинок есть любимые места для пряток. О, точно, за диваном. Они там вечно тусят. Так, Бузязя, твой хитрый план раскрыт. Выходи, подлый трус. Так, это точно не Бузя. Она очки не носит. Ну, а это вообще какая-то крыса лысая или птенчик. Неважно, в общем, Бузи тут нет. О, знаю еще одно местечко, где Бузя любит прятаться. За занавеской! Да блин! Ребята, по ходу дела мне и правда надо посмотреть на улице. Ну, как минимум себя успокоить. Так. Вера. Рыжулькин, привет. Вера, ты мне колбаски принесла. Да нет, я тут хотела спросить, ты Бузю сегодня случайно не видел? Нет. И куда же она запропастилась? Точно с нами в прятки играет. О, а может она где-нибудь под каской прячется, а? Тут ее нет, тут тоже нет, и барабанная дробь тоже пусто. Вер, что там насчет колбаски? Да-да, Рыжулькин, обязательно принесу. А ты, если Бузю увидишь, свисти. Я свистеть не умею. Ну, я в смысле... Ой, короче, ты понял. Ну что, ничего не поделаешь. Надо отправлять на поиски поисковую бригаду. В лице Веры. Вот бы еще знать, что она точно не в доме. Так, Кузя, ты остаешься за главного. Ну а где уже Кузя подевался? Неужели теперь его искать придется? Кузя, ты где? Кузя! Опять что-то храпит. Кузя, ты же говорил, будешь Бузю искать. Вера, да я искал. Так искал, что аж уснул. Просто залезь сюда, а тут так тепло, уютно. Вот помощничек. Я уснул. Так, я, короче, сейчас иду Бузю искать, а ты будешь дома. Неправильно ты, Вера, Бузю ищешь. А как же правильно, по-твоему? Надо всех ребят подключить.
включить. Давай сделаем объявление и везде его развесим. И в интернете тоже. Удивительно, Кузя, но твоя идея блестящая. Так и сделаем. Ура! Сейчас напечатаем кучу объявлений и расклеим их на всех столбах. А также я обращаюсь ко всем нашим подписчикам на Ютубе и в Инстаграме. Если кто-то из вас видел Бузю, обязательно дайте нам знать. И обязательно подпишитесь, кто еще не с нами. Ну что, Кузя, пожалуй, приступим. Фотку надо вставить. Согласна, так и сделаем. Но нам сейчас главное текст придумать. Что там обычно пишут в объявлениях про розыск? О, это без меня. Да ну. Я в таком не силен. Ладно, сейчас что-нибудь наваяем. Дорогие друзья, 3 восклицательных знака. Не, не то, надо более приветливо. Например, ребята. Хотя нет, лучше сразу к делу. СОС, помогите найти свинку. Только СОС надо сделать побольше, чтобы сразу в глаза бросалось. О, так, начало положено. Пропала морская свинка Бузя. Так, а эти буквы надо сделать поменьше, а то место быстро закончится. Дальше пишем ее приметы. Белая с рыжими и черными пятками. Ой, пятнами. Так, Кузязя, ребята, ну-ка помогайте мне. Какая еще информация должна быть в объявлении про розыск? Что еще написать? Ну, напиши, что она ест свой изюм и много спит. Да под это описание все свинки подходят. О, точно, обратная связь. Просьба всех, кто ее видел, написать «Верю в Инстаграм». А что, Инстаграм есть у всех? Ну что, я считаю, готово. Тут есть вся необходимая инфа. Да, Вера, ты молодец. Осталось выбрать фотку. Слушай, а давай возьмем фоточку там, где мы с Бузей вдвоем. Ну, чтобы ей не было так грустно и одиноко висеть на этом объявлении. Нет, Кузя, исключено. Это только запутает всех. Ладно, согласен. Во, я считаю, отличная фотка. Бузю тут отчетливо видно. Какая же она классная. Если Бузю реально похитили, я прям не знаю, что сделаю с этим похитителем. Да не кипишуй, Вера. Может, Бузя просто сбежала, нашла себе новую хозяйку. Или хозяина. Мне от этого не легче. Кстати, ребят, присмотритесь к своим домашним питомцам. Нет ли среди них Бузи? Если есть, обязательно дайте нам знать. Для этого пишите нам в личку. Вера, ты написала, как нас найти? Да-да, Кузя, как раз пишу. Свинка, нижнее подчеркивание, Бузя. Хотя, думаю, все наши уже давно подписались. Друзья, ну а кто еще не в курсе, что у нас есть свой инстик? Сейчас как раз самое время подписаться. Так, вроде бы можно печатать. Ой, что там за шум? Бузя! Так, ребят, надо сходить проверить. Бузя, это ты? Ребята, я Чупакабра Люся. Помните меня? Я вас помню. Так, ну что, Люсенька, похоже, пропажу заметили. Смотри, какое объявление наваяли. Вот только я вам сразу скажу, что вашу Бузю никто, кроме нас, не видел. О, Тимофеюшка, прекрасная идея. А давай мы это объявление переделаем. Не получится. Я на компьютере печатать не умею. Не волнуйся, я тоже не умею. Говорят, это просто. Ну тогда пиши. Пропала толстая и противная морская свинка. Так, и что там? Белая с пятнами. Похожая на... Не могу придумать. Пускай так и будет. Кто ее не видел, тот и не увидит. Классное объявление получилось. И напиши еще, чтобы в Инстаграм не писали. Нечего там шастать. Ну вот, теперь Буську точно не найдут. А все только посмеются, что Вера такая тю-тю. А кому понравился наш пранк, обязательно ставьте лайк. И смотрите следующую серию, чтобы узнать, что было дальше. А с вами были новые ведущие канала Свинка Бузя, Люся и Тимофей. Ну и там все, ребята, всем пока.
симпатичная морская свинка. Отзывается на кличку Буя. Имеет много подписчиков и считается блогером номер один в русскоязычном ютюбе. Кто ее видел, пожалуйста, дайте нам знать. Вера, почему ты до сих пор не распечатала объявление? Не волнуйся, Кузя, уже все готово на печать. Как думаешь, сколько нам надо сделать копий? Сделай штук 300, чтобы мы прям все при все тут оклеили. Так, печать, ждем-с. Еще тепленькие. Так, Кузя, не надо греть попу на фотографии Бози. Ей это точно не понравится. Я уже соскучился даже за тем, как она злится. Эй, хвост трубой и выше нос. Еще не все потеряно. Вот ты проверял, сколько у нас уже подписчиков на канале? А теперь представь, что будет, если все начнут искать Бузю. Что? Да мы ее хоть из-под земли достанем. Друзья, ставьте лайк, все, кто ищет, вместе с нами. Вот сейчас открываю дверь, а тут Бузя стоит на пороге. Ага, мечтай, Верочка, мечтай. Ну, надеюсь, эти объявления нам помогут. Если Бузя реально сбежала, то она далеко уйти не могла. И по-любому крутится где-нибудь в округе. А на улице уже прохладно. Хоть бы найти ее до наступления ночи. Так, первую листовку наклеим прямо на нашем заборе. Клей мы жалеть не будем, чтобы объявление не отвалилось раньше времени. Вроде надежненько. Где бы еще повесить? О, точно! На автобусной остановке. Здесь часто люди ходят, ждут транспорт, а значит, по-любому увидят. Пропала Бузязя собак. Ой, свиняка моя. Она улетела в чужие края. Она что, до сих пор не заметила? Походу нет. Прекрасно. Когда соседи увидят это объявление, подумают, что у Веры уехала крыша. О, а тут вот куча следов от разных объявлений. Может, это такой столб специальный? Сейчас на него и пришпандерим. Что-то не клеится. Ок, добавим клея. Да блин, еще и ветер. Верка, ну вынь банан из глаза. Ну хочу уже поржать, не могу. Разуй глаза, разуй глаза, разуй глаза, разуй глаза. Виси, тебе говорят, и только попробуй упасть. Ну, да что ж за день сегодня такой, ну все наперекосяк. Ну где эта Бузя? Я бы от такой невнимательной хозяйки тоже бы сбежал. Так, погодите, а что это тут пропало? Толстая и противная. Что это такое? Похожая на три скобки. Кто ее не видел, просьба не писать и не... Да что ж это такое? Это не мое объявление, друзья. Это получается на каждой листовке такая фигня. Ну, естественно, я же их из одного документа распечатала. Ну и кто же мог подложить мне такую огромную свинью? Неужели Кузя? Да нет, он точно на такое не способен. Хорошо, хоть инста наша правильно написана. Но какое это имеет значение? Все равно подумают, что это просто розыгрыш. Все, надо бежать домой и переделать объявление. Ага, а перед этим отодрать старые. Ничего не понимаю. Бузя сбежала, кто-то меня пранкует. А я вообще ни сном, ни духом, кто это может быть? А знаете, что самое обидное? Что я эти объявления очень хорошо приклеила. И теперь попробую их отодрать без следов. Ох, ладно, об этом позаботимся потом. О, Рыжулькин! Вера, какая встреча! А ты, случайно, не знаешь, кто меня так пранкует, а? Не психуй! Лучше принеси мне колбаски. Что мне делать с этим? Ты же обещала. Ну помоги, Рыжий. Будет колбаска, будет информация. Да фу на тебя. Сама буду разбираться с этим. Моя свинка, мои проблемы. Тимофей, я тебя не выдал. Мяу. Неси колбаску. А я что, по-твоему, колбасный король? Где ее возьму? Что? И ты мне колбаски не дашь? Дам, конечно дам. Если скажешь, куда Бузя подевалась. Я думал, ты ее украл. Да я бы украл. Но у меня селенок мало. Но вы этого не слышали. К
Кузя, говори мне все, что знаешь. Кто написал в объявлении «толстая и противная свинка»? И еще, чтобы нам не писали в Инстаграм все, кто ее не видел. Вера, я вообще не понимаю, о чем ты? Да если бы я хотел, как бы я смог? У меня же рук нет, у меня лапки. Но пока я выходила на улицу, ты был здесь. Да не было меня тут. Я тоже отошел. Узюм отложить. Ух, вечно ты со своим узюмом все прокакаешь. Мы потеряли драгоценное время. Часто все исправляй, распечатывай, опять ходи развешивай. А Бузя за это время будет уже далеко. Да и вообще непонятно, что с ней. Вера, хвост трубой и выше нос. Бузя на нас рассчитывает. Ребят, а я как никто рассчитываю на вас. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и помогайте нам искать Бузю. Проверяем. Ага, ага, ага. Да, все верно. Можно печатать. Вера, кажется, у меня дежавю. О, сообщение пришло. Посмотри, что там. Может, что-то про Бузю написали. Кузя, это какой-то очередной пранк. Глянь. Ура, Бузя нашлась. Только где это она? На фоне фотообой каких-то или что? Да не знаю, но в геолокации стоит Сейшельские острова. Прикинь? Бузя на Сейшелы улетела и без меня? Да я вообще не знаю, как это понимать. Прислали в личку. И вроде как Бузя. Или просто свинка, похожая на нее. Ну нет же, я ее из миллиона Бузь узнаю. Ребят, а вы как считаете, правда или фейк? Пишите нам в инсту. Нам очень нужна ваша помощь. Да, вот это, конечно, поворот. Ну, одно радует, что мне не надо заново бегать и развешивать объявления. И да, нам же еще надо шкодника найти. В общем, Кузя, нам с тобой предстоит серьезное детективное расследование. Ты готов? Ради Бузеньки? Угу. Всегда и на все. Ну и отлично. Друзья, обязательно смотрите следующую серию, чтобы ничего не пропустить. Ну а прямо сейчас гляньте предыдущую. Вот она, у вас на экране. Пока!